Берегись пешехода. Патрульные провели рейд на одесских дорогах. Для этого выбрали популярную среди пеших нарушителей локацию в окрестностях вокзала. Подробности знает Диана Хрущева. Доброго дня. Инспектор патрульной полиции, лейтенант полиции Заболотный. Извините, будь ласка. 10 нарушителей за один час. Таковы неутешительные выводы рейда одесских патрульных. Во вторник утром полицейские останавливали людей, которые пересекали дорогу в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Вы нарушили правила дороги. Да я понимаю. Я на электричку спешу. 8-7-7. Я в курсе дела. Ну я на мигающий перебежал. Нет, вы на красный сигнал светофора. Правила дорожного движения созданы не только для водителей, но и для пешеходов тоже. И если на этой дороге люди чаще перебегают на мигающий зеленый, то с другой стороны вокзала, на улице Среднефонтанской, некоторые пешеходы вовсе игнорируют подземный переход и идут прямиком через проезжую часть. Что пыталась перед этим, куда я иду, они меня 10 раз тут проводили. У вас есть с собой документы? Немає. Це точно немає? Или ви нас обманюєте? Ні, не обманюю. Так що, де, де ви проживаєте? В Ширяєві. В Ширяєві? Да. А ви знаєте, що таке підземний пішохідний переход? Ні, я перший раз в Одесі. Рядом є підземний пішохід. Знаєте? Можна? Тетяна Петровна, на вас буде составлено постановлення. Стаття 127, часть 1. Санкция за это предусмотрена 51 гривна штрафа. Большинство остановленных пешеходов обещали больше не нарушать. Сами полицейские отмечают, штраф за подобное нарушение несерьезен и равен сумме в 51 гривну. В этом месте было тоже ДТП, да, на котором мы только что увидели пешеходов, которые нарушали? Буквально недельку назад тут сталося ДТП за участю двох пешеходов, и их госпитализировала швидкая помощь. Во время рейда патрульные раздавали предупреждения. Они подчеркивают не нарушать правила прежде всего в интересах самих граждан. Ведь санкция за нарушение не так страшна, как последствия от попадания под колеса авто. Диана Хрущева, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.